Так, всех приветствую на канале. Мне, как всегда, объектив смотрю и вижу. Так бы не видел, не вытирал бы. Так, интригу. Вот. В общем, такая вот продолжение разговора про Вирекс. Хотел его наварить, но болтается. Болтается он, и получилось, что у меня... Я думал, что ступица кривая, вот эта граната, верхняя ступица называется, упрощенном варианте граната. Думал, она у меня подшипники боком посадились и крутится неровно, то есть на одну сторону боком. А оказалось, это у меня вот эта вот фигня. Ну тут невооруженным взглядом видишь, видно, что произошло. Не стал заморачиваться с валом менять. Геморройно все это вывозит. Оставил его это про запас. То есть потом время будет, сейчас не до этого сенокос. Вал этот поменяю. Шестерню перебью. Только надо штопор оставить и кольцо купить. А взял целиком. И вот так вот поменял, добавил туда смазки ТАТ 17 простого и еще туда добавил этот литол, ну, графитный или какой-то температурной смазки, что шприцуем, прошприцовываем все, и туда целый тюбик еще захерачил, и шприц где-то 300 может 700 грамм захреначил. Сейчас его прицепили, сейчас будем дальше собирать. Попробовать тоже хочу сегодня, потому что закатали всего 12 сенажа, и сегодня еще скошу огородик, и завтра может десяток сенажа еще замотаем. Ладно, будет что интересно, значит будет продолжение. Верхнюю кастрюлю и тарелку вместе мы ее снимали, и ступицу на ступицу прикрутили, все нормально. Нижнюю вот сейчас подшипник буду маленько осаживать и штопор поставлю. Так, особо, ну не особо сложно, тут ничего такого нет, то есть вдвоем за час, за два можно разобрать, собрать. Так, ну все, собрали сейчас навеску. Потянем, затянем кардан, поставим. И вот все собрали. Протянули нижние. Ну, я огород скошу. Еще раз нижние тарелки протяну. Ну и, наверное, завтра. Всех приветствую на своем канале. Сегодня 17 июня 23 года. Вот там маленько зарулонил. Рулонов 30, наверное. Вчера он косил вироксом. Травы ни хрена нету. Здесь более-менее такой кусок еще есть. Трава кошу вироксом, чтобы выход был больше. Потому что косил ешкой. Там получается одуванчики только вверх скашивает. Вот кошу на таком тракторе Т-25, ну кто смотрел, видел. Косилка 1,65 м, все на ее тянет, все нормально. Кашу на 3-й, на 4-й. В зависимости от ровности, неровности поля. Значит, вот, если раньше была роса, то все тарелки были чистые, а сейчас он забивает так. Черные стали аж. Из-за того сушь, вообще просто сушь. Засуха, можно сказать. Но сейчас разложусь. И сегодня часа 2-3 покажу на нем. Ну как процесс будет, значит, наверное, покажу. Хотя уже много видео есть у меня по этому поводу. Но все равно
хоть этот сенокос будет что вспомнить. Ладно, поехали. Добиваю участок. Закончил я участок, огород называю, может, гектара два. Косить Т-25, ну показывал, как он идет, сзади сетка стоит плохо, видно, как прокаш, да это уж все, наверное, видели. Ну вот, сушь, вон земля, вот. Нет тут и ни волков, ни сена. Вот так вот. Косилка у нас выглядит. Ножи, кстати, держатся. Не особо. Их побило. Так что... Вот так, поеду, сейчас надо будет закатать там вчерашнее, ворошил. А это, наверное, завтра буду сгребать. Ну все.